Строительство новой детской поликлиники находится под контролем различных органов власти всех уровней Федерального медико-биологического агентства. На прошлой неделе объект посетил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, написал в своем аккаунте ВКонтакте глава города Алексей Сафонов. Монолитные работы завершены, внутри уже возвели 8 тысяч квадратных метров перегородок. Как на всех строительных объектах, из-за непростой экономической ситуации есть сложности с поставщиками, но они решаемы. Подрядчики на установку окон и работы по заливку полов найдены. Контракты с ними заключены. После майских праздников планируется начать кровельные работы и обустройство фасада. В апреле о сроках строительства рассказал главный врач клинической больницы номер 50 во время прямого эфира с жителями города. Сроки сдачи объекта остаются прежними. Это декабрь 2022 года. Работа идет, и у нас есть надежда, что все закончится именно в те сроки, которые были озвучены ранее. За работами на объекте будут и дальше вести контроль на всех уровнях. Екатерина Пионова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.